«Красота без ограничений». Елена Андреевская, инвалид по зрению, стала участницей конкурса красоты и материнства «Мисс и миссис Приморский край» в Артеме. До этого дня Елена была далека от индустрии моды, занималась благотворительностью в рамках организации «Новая жизнь, другое зрение». Помогала детям из малообеспеченных семей и пожилым инвалидам. Также девушка – член общественного совета при УМВД России. Говорит, вышла на сцену, чтобы показать на своем примере другим людям с ограничениями, как можно жить полноценной жизнью даже без зрения. Все задания она выполнила наравне с другими девушками и завоевала несколько титулов, среди которых «Мисс Инклюзив» и «Мисс Благотворительность». Пройти все этапы и поверить в себя ей помогали друзья и близкие. Я получила столько поддержки, я даже не ожидала. Но это того стоит. Девочки, не бойтесь участвовать в конкурсах красоты, даже если вы имеете инвалидность. Инвалидность – это не приговор.